Воспитанники театральной студии «Удачного» будут заниматься в обновленном помещении. В местном отделении КСК обновили зал театральной студии «Амплуа». Ремонт оценили глава Якутии Айсен Николаев и генеральный директор «Алроса» Павел Мариничев. Они посетили приполярный город на неделе. Сегодня в «Амплуа» занимаются школьники и дети дошкольного возраста. В обновленной студии есть мини-сцена и зрительный зал на 40 мест. У нас театральная студия пользуется популярностью среди детей. В каком плане? Что люди, дети раскрываются в этом творчестве, да, то есть они могут себя показать с другой стороны, то есть не так, как там где-то среди своих сверстников, да. Это дает свои результаты. То есть у нас буквально вот весной проходил, при завершении сезона, проходил спектакль, при котором полностью зал был заполнен зрителями. Также в общественном центре после реновации открыли музей удачнинского комбината. Сотрудники КСК сохранили экспонаты, но обновили музей под единый стиль культурно-спортивного комплекса. Узнать историю ГОК можно бесплатно на втором этаже общественного центра удачного. Для полного погружения в историю доступна услуга аудиогида за 120 рублей.